партнерам, компаниям «Эрфир», крупнейшим акционерам железорудного комбината, за то, что они продолжают верить в комбинат, в нашу страну, и в такое непростое время вкладывают такие большие деньги. За то, какой пример вы показываете всем нам, украинцам, всем нашим бизнесменам, как нужно любить свою страну, как нужно вкладывать, как нужно развивать производство у нас на Украине. Спасибо за вашу веру, за вашу поддержку. Что самое главное, сегодня в такое достаточно смутное и непростое время все мы хотим уверенности и какой-то перспективы. Вот такие проекты, как этот, они как раз создают фундамент и основу того, и уверенность людям, которые здесь работают, которые здесь живут, что завтра все будет хорошо, что завтра есть, что завтра будет работа, и что завтра мы выживем, и все будет в порядке. Спасибо! К новым успехам!